Томске в четверг было частично парализовано движение общественного транспорта. Водители регулярных маршрутов отказались выходить в рейс, протестуя против так называемых заказных автобусов. Частников, которые выходят на линию нерегулярно, только в часы пик и перехватывают пассажиров у конкурентов. Сотни людей сегодня опоздали на работу. Забастовавшие водители регулярных маршрутов не дали работать и своим соперникам, загородив проезды для автобусов конкурентов. Заказные или экскурсионные маршруты – томское ноу-хау. Формально они не занимаются регулярными перевозками и оказывают разовую услугу. Правда, передвигаются по тем же маршрутам, что и официальные перевозчики. Однако не участвуют в конкурсах на право возить пассажиров и не платят положенные для таких транспортных компаний сборы. Коммерсанты, обслуживающие регулярные линии, терпят убытки. Власти, однако, нарушений закона найти не могут. Ситуация патовая, похоже, что терпение многих владельцев транспортных предприятий на исходе.